Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу... Нет, не рисуем мультфильмы. А покажу я вам сегодня блок... Блок топограф. Блок топограф. Заходим в него. Я взял пару этих вот... Карт добавил, да? Давай добавим... Ребят, чтобы убрать это все, ну, чтобы убрать, тяни, вот зажимайте, да? И тяните влево. Таким вот образом. Допустим, выберем, у нас будет... Допустим, будет у нас, пускай... Окей. Первый слой Nether. Давайте сделаем 50 слоев Незера. Окей. И снизу уже был, стоял у нас, стоял была вода в 10. Давайте еще раз. Так, еще раз. Хочу взять незеритовый блок. Где он? Где он? Вот он. Незер. Допустим, давайте сделаем хотя бы, ну, пятнашку. Хотя бы, да? Потом добавляем воду, которая снизу была у нас. Была у нас в 10 блоков. Так, окей. А снизу уже стоял у нас бедрок. Пойдет. Потом после бедрока у нас пойдет вода. Вода, естественно, у нас была 50-ку. Окей. У нас так же, как сказать, вылетает. И давайте же... Паузу, да? Я уйду на паузу, и мы зайдем уже с вами в Майнкрафт. Все, мы в Майнкрафте. Ребят, давайте так. Набираем 40 подписчиков. Я покажу свое лицо. Вот в прямом смысле покажу. Так, заходим играть. Вот наш мир, ребята. Вот он. Заходим в него. Также я хочу посмотреть, что там будет. Будет работать или нет, да посмотрим. В прошлый раз я, короче, создавал мир, да? Вот Блоцк Топограф. Блоцк Топограф создавал, да? У меня там майн, короче, вылетел сразу же. Ну, когда я заходил в мир. Ребят, напишите в комментариях, не знаете, почему вылетает Майнкрафт, когда я ставлю там больше, ну, не знаю. Вот, ребята. Вот он наш мир. Интересно. Гореть у нас будет? Ну да. Я не помню, сколько там блоков. Давайте посмотрим. Пятнадцать, да. Так. Охереть, ребята. Вода под бедроком, нихера себе. А стоять она будет, интересно? Тут будет строиться. Нихера себе.
мир под бедроком. Давайте построим какую-нибудь хату. Нихера себе. Мир, короче, ребята, под бедроком. Нихера себе. Построим какую-нибудь, давайте. Давайте будет какая-нибудь у нас хата хорошая. Вот это класс. Вот это да. Только не знаю, зачем мы там лаву поставили сверху. А, ну да ладно. Видите? Вот посмотрите. Как лава, она вообще не может до сюда уже дойти. А вот вода уже, да. Видите, где она уже? Понимаю почему, но давайте же выберемся лучше оттуда. Нихера себе. Ну мир так мир, ребята.